Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Так, і зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Отже, минулого разу ми говорили про кольоротипи. Я думаю, це вже наші глядачі точно запам'ятали і вже знають, як визначити. І сьогодні ми від цього, я думаю, будемо відштовхуватись при виборі і дізнанні правил офісного дрес-коду, так, ділового дрес-коду. Але спочатку давайте поговоримо взагалі, що таке дрес-код, чому його варто дотримуватись. Доброе утро, телезрители. Дресс-код – это набор стереотипов, это набор правил, которые нужно придерживаться по определенным причинам. Например, если разделить нашу жизнь условно на несколько сфер, это будет деловая сфера, это будет любовь, то есть отношения с противоположным полом, это будет социальная сфера, например, какое-то путешествие, шопинг, то есть, ну, как бы расслабленная немножечко обстановка. И вот в каждой сфере у нас есть стереотипы. Они формируются из стратегии нашего мозга. То есть, когда мы подходим и знакомимся с человеком, исходя из наших целей, у мозга есть стереотипы, и он формирует свою стратегию на основе картинок, которых он видит. Ну, потому что так безопаснее, да, так мы выжили в свое время, да. То есть, это процесс эволюции. И исходя из этих стереотипов формируются вещи и характеристики, которые в определенной сфере должны вызвать определенное впечатление. И в бизнес-сфере, в деловой сфере, у нас какое должно быть впечатление? Ну, що ми ділові, так, такі стримані люди, що з нами треба працювати. Да, компетентность нашу мы хотим подчеркнуть. Мы хотим подчеркнуть свой авторитет, мы хотим подчеркнуть наш интеллект. И исходя из вот этих задач, формируется набор вещей. Поэтому, можно сказать, условно его назвали дрес-кодом. Так, дрес-код. І сьогодні ми починаємо з ділової сфери, так, що от як нам себе показати, от, наприклад, на співбесіді прийти до керуючого і показати себе, що ми от з нами треба працювати, нас треба брати на роботу. Отже, сьогодні починаємо з жінок. Ну, найголовніше правила в одязі. Які кольори, які тканини, що можна вдягати, які частини тіла можна відкривати, бо я знаю, що там теж дуже все суворо. Когда мы приходим, опять же, на собеседование, от нас работодатель ждет чего-то, да, то есть какое-то впечатление у него формируется от того, кто должен прийти. И вот у него в голове стереотип есть, что деловая сфера передается ровными линиями, сдержанными цветами. Например, это синий, это бежевый, это серый. То есть мы убираем максимально гендерность, мы хотим показать на первом месте наш интеллект. И мы скрываем свои декольте, мы скрываем свои лодыжки, мы скрываем, то есть все вещи, которые мы хотим закрыть. То есть наши украшения должны быть сдержанные, геометрической формы, как правило, потому что именно геометрия и вот эти вот правильные формы, они настраивают нашего собеседника на то, что мы стабильны, на то, что мы предсказуемы, на то, что мы достаточно будем делать то, что человек от нас ожидает. Когда девушка приходит на собеседование, например, в платье в горошек, например, или в платье в цветочек, или с футболкой с Микки Маусом, она уже очень сильно нарушает этот стереотип. И она попадает уже в стереотип сферы отношений. И у человека начинается когнитивный диссонанс, потому что он не может к девушке относиться уже как к деловому партнеру, да, он уже на нее смотрит. На посаду юриста, умоете, с Микки Маусом. Да, то есть он не может понять, как к ней относиться, то есть у мозга ступор, что делать, то есть как ее оценить, как оценить то, что важно в этот момент. І от ці моменти обов'язково потрібно вчитувати. Також, отже, ми з'ясували, це колір синій, сірий або бежевий, так? Ось такий тілесний. Це будь-який цвіт, який буде приглушений. Це може бути темно-зелений, це може бути темно-бордовий. Синій просто самий такий цвіт, який викликає спокійствие. Тобто у нас же ж є определенне влияние цвіта на нашу психіку. В своє время цим займався Казимир Малевич, всі ми знаємо його, чорний квадрат. Шедевральный. Вот. Он занимался именно исследованием. Он садил человека в разные комнаты разного цвета и изучал влияние цвета на человека.
И благодаря ему мы сегодня можем знать, что оранжевый на нас вот так влияет, синий вот так. Так вот, синий цвет это спокойствие. И когда мы передаем нашему работодателю именно вот эту эмоцию спокойствия и стабильности, он ее считывает и хочет с нами дальше разговаривать. Есть, кстати, за границей правило 60 секунд. Когда человек успевает только зайти, поздороваться, положить перед собой документы, поднять глаза и улыбнуться, например, работодателю, уже о нем решение принято. Он еще ничего не начал говорить, он еще не предоставил свою, ну, список своих побед и всего остального. Уже о нем принято решение. Мы даже не задумываемся о том, сколько решений о нас уже было принято до того, как мы вообще появились, до того, как мы начали говорить. То есть человек нас видит издалека, он уже принимает решение, к нам подойти или нет. Это правило 60 секунд, оно работает у нас неосознанно, и мы должны об этом помнить. Чому кажуть, зустрічають по зовнішньому оболонці, так? От дивляться спочатку, як ви вдягнені, а потім вже з вами спілкуються, вже і дізнаються більш детально. Ось так, запам'ятовуйте, щоб не було ось таких проблем у вас на співбесіді. Аксесуари, бо часто дівчата люблять там на руки собі багато різних браслетиків, там великі намисто, там сережки. Чи можна їх вдягати в офіс, чи не буде це занадто? Есть такое понимание, то, что мы уже говорили, да, геометрические формы, ровное, понятное. Это нужно надевать в деловую сферу. Самый первый аксессуар в деловой сфере – это часы. То есть, насколько они будут уместными, классическими, сдержанными, настолько все равно человек будет обращать на это внимание. Если они будут там зайчиками какими-нибудь, розовенькие, то человек на это обратит внимание, и это опять же унесет его стереотипами в другую сферу. Пришла я в синей сукне, закрыть, и все нормально. Нормально, але на руках годинник з зайчиком або Мікі Маусом теж буває. Да, і на сумочці помпончик висить какой-нибудь розовенький. То есть это будет говорить уже о другом. Это уже будет говорить не о деловом настрое. Это чуть-чуть неуместно, это в другую сферу. Вот. И если у девушки витиеватые украшения со стразами длинные, восточные какие-нибудь, тут шикарное колье там из цветов, то есть это будет опять же уносить впечатлениями в другую сферу. Мужчина уже не сможет относиться к этой девушке как деловому партнеру, как конкуренту, можно сказать, да, или наоборот, к человеку, который будет стоять рядом с ним и решать его деловые вопросы. Включается гендерность, и все, с этим ничего нельзя сделать, это подсознательные реакции. Тобто, дівчата, відмовляємось від всіх прикрас таких дуже масивних, тому що залишати їх на вечір, на прогулянку з коханими або з друзями, це буде більш доречно. А зачіска? Бо частенько і бачимо, і приклади просто, от ми навіть бачимо, що дівчата, наприклад, розпускають волосся. Чи це доречно, чи ні? Чи все ж краще прибирати і показувати ось своє обличчя? Прическа должна быть аккуратной. Это самое главное. Даже если у девушки распущенные волосы, они должны быть ухоженные, они не должны быть растрепанные, они не должны быть, то есть, как-то хаотично лежать. То есть, в любом случае, если у девушки ухоженные, красивые, ровные волосы, которые гладкие и ровно лежат, почему бы и нет? Главное, чтобы не выбивались волосы, не было вот этого вот хаоса на голове. Потому что, опять же, это считывается стереотипами. Если хаос, значит, неопрятность, значит, этот человек не будет ответственным, и так, 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 и дальше, и дальше. Все, зрозуміли. Ідеальний жіночий образ, офісний, діловий, такий ми зрозуміли. Це завжди має бути обережно. Все зроблено так, акуратно, волосся зібране або просто гарно прибране, так, і не дуже масивні прикраси. З чоловіками що? Тому що, ну, читала я інформацію, готувалася до нашої зустрічі, і кажуть, що та чоловікам легко, надів костюм, там гарні черевики, і все, і вони готові. Чи це так? На самом деле, действительно, мужчина проще. Так и легче. У них намного меньше, во-первых, предметов одежды. У нас в гардеробе и мужское есть, да, и женское. У них только мужское. У них намного меньше вариантов использовать аксессуары. Поэтому, конечно, пусть это будут часы, пусть это будут хорошие часы, интересные, дорогие. И есть такое негласное правило, часы должны стоить минимум ту зарплату, которую он в месяц получает. Ого, еще не отримала уже годинник такой купить. Так. Ну или, допустим, он пришел с какой-то другой занятости, и у него уже был такой доход. То есть вот на таком уровне. Если будет дешевле, будет неконгруентно, если будет дороже, это будет слишком вычурно. То есть где-то вот на вот этом вот уровне. Рубашка. Можно не обязательно одевать прямо вот костюм. Да? Можно одеться в smart casual. Пусть это будет пиджак и рубашка, но это будут опять же сдержанные цвета. Там не будут цветочков на принте, не будут каких-то
каких-то вот мультяшных героев. То есть сдержанные цвета, достаточно чистые. То есть, опять же, это синий, это голубой, это белый. Белая рубашка — это всегда must-have, да, это основа. Вот. И пиджак, конечно, рубашка и пиджак — это вообще основа делового гардероба, для как для мужчин, так і для женщин. Все, зрозуміло. Купуйте собі білі рубашки або щось синеньке, чи піджак, чи сукню, і будьте завжди гарні. Тепер дізналися правила. На жаль, не встигаємо все обговорити, тому що дуже багато хочеться дізнатися інформації, але думаю, ще у нас буде час, ще будуть зустрічі. Дякуємо нашій гості. Світлана Полянська, стиліст іміджмейкер, була сьогодні у нас в гостях. Розказала про офісний діловий дрес-код, до чого варто, на що варто звертати увагу і чого дотримуватись.